помогите, помогите. Вагонетка, прощай. Ну, вот здесь очень долго все идет, значит. Да, вагонетка уже сломалась. Там еще водяной тропинчик, но это уже не важно тебе. Видишь, кем я медленно еду? Стой, а почему я стою? Хуяк нахуй. Смотри, я человек магии. Я сейчас стою на рельсах. А как? Арабская. Чего? Волшебные закаты. Ну что, тебе нравится мой хуяк нахуй? Тебе нравится мой трюк? Меня дебили. Житель дебила кусок. На жопу потолкну я тебе. Обогажи, я съезд нормальный, а? Покажи, что я, какой я на камере. Да, житель, я тебе сейчас эту вагонетку сломаю. А все, уже закончилось это. А то было так... Я на камеру заснял, как ты так летел. Да, житель! Всё, блин, практика. Я задолбался. Я был адекватней вагонеткой, знаешь? Кажется, давай с жителями поменяться хочу. А ты просто вагонетку ему убери. Вагонетка! Ну, зато житель будет свободный. О, наковальня. Кажется, я не... Я тебя заснял, как будто я смеялся. Никита, что там за вещи в пруду? Что тут в каком-то прудике вещи? Сейчас будет прикол. Подвал. Я у меня сейчас в свеку заеду. Так. Какого хрена я опять? Это я строю. Я еду минуты две, а ты пришел за 10 секунд. О, свиненок! Иди. Так, Жень. Хорошо, да у него... Так хорошо, что я его не задавил. Я бы не удивился, если бы я сейчас подборил. Ты умный! Никит? Ты читер! Ты читер! Вагонеточка. Это будет труднее. Да я тебя сейчас пью! Не сможешь. Хорошо, я умею владеть кирочкой. Ара... Правда, там рельс она сломалась, ну ладно. Мусор нам не нужен в инвентаре. Вон, что там за мусор в реке? Мы спать опять пора. Обкакался мусором. Сколько можно? Сейчас мы в деревню придем, которую я построил. Я мэр этой деревни. Ты пердер этой деревни. Так, Жень, обить одну пчелку. Жень, пошли в шахту.
Ну вот. Я дропи. Ресурсы. Ресурсы будешь подбирать? Гнездо. А мне вообще сердечки не снялись. Тебе вообще понравилось? Не. Тебе мой троллинг зашел? Мне страшно такой дроп. Я такой, мне, я не хочу, и ты иди. Кажется, сейчас будет у нас бомба. Женя, я сейчас одну пчелку обижу. Да, хоть обкакайся на нее. Мне уже без разницы, у меня две машины. Ламборгини Авентадор 20 века черного цвета. Ты да с Майнкрафтом не так сейчас. Конечно, ночь на дворе. Я пчелку не обидел. Ладно. Где много кроватей? Мобы везде. Где эти мобы? Я им сейчас топориком в жопу сниму. С тобой у меня шипы на броне есть. Шипы один, шипы два, шипы четыре. Понял. Если будем драться друг с другом, давай кто победит. Давай кто кому топор не запихнет. А, у меня же 3000, 1000 левел, я же его потеряю. Так, тем более я сильнее. А мне... Как спать? У меня сейчас другой вопрос, как спать? Женю. А, у меня мантия есть. Все, я сплю. А у него уже утро, у тебя ты не спишь. Че, я проснулся? Хуик нахуй. Жень, у меня запись была на самом деле включена. Ладно. Сейчас все ресурсы. Ну что, у меня русский хороший. Никто по этим словам не учится. Вообще так много ресурсов, даже нечего, некуда их девать вообще. Что делать вообще? Подарить тоже не вариант. Да, жители? А может, все же подарить? Фух, с добрым утром. Я пошел Эндермир искать. А я уехал. Куда? Опять в деревню? Я тебя грабить туда пошел. Хоть и моя печатленность. Падай, падай! Ладно, я тебя грабить пошел. Так куда? Помоги мне. Да ты шо? Кажется, у нас не хватит этих кристалликов. И кристалликов. Все, здесь оно, здесь. Копай под себя. Дайте кто-то мне-нибудь лопату. У меня с собой. Да, иди ко мне. Почти дошел до места ограбления. Сейчас на тачку сяду и приеду. Это займет минут 10. О, все! Мы пройдем Майнкрафт наконец-то. Ой-ой-ой, я волнуюсь. Да подожди, я тоже хочу там присутствовать, а? Там дырка будет, если что. Ведь у меня зелье плавного падения. Не сдохну, не волнуйся. И шалкера я с любой жопой. Так, нужен факел мне. Надеюсь, ты не обидишься, что у тебя шалкер стыбил? Не обидюсь. Синий. Ладно, новый сделаю. Стоп, так ты же... Как ты сделаешь новый, если их можно делать, когда попадешь в Эндермир? А можно же... А я их... Где ты? Я уже нашел. У меня другой вопрос. Где ты? Сейчас покажу. Да? Смотри. Какой хуяк нахуй у тебя там уже? Я помню, где. Ну, у тебя мало, у тебя не снесется вообще-то урон. Ну ладно. У меня как раз снесется. Там дыра была. Короче, дальше я все сам найду. Стоять! Дырка уже есть. Ага, сейчас я это. Так,
Вы мне не говорите, что это место нужно? Я полчаса уже. Я, походу, нашёл нужное место. И сейчас по такой гениальнейшей логике... Мы помидоры. Мы большие помидоры. Так. Так, я чего ничего не могу найти? Я был... Это что за мне? Это слайм. Выпало. О, плюс одного опыта. Да, да, пожалуйста, только не говорите, что все время вход был так близко. Нет, ничего же так просто не бывает. Ну, или бывает, или мы это сейчас... Мы здесь без энда все. Вот я вот потом расстроюсь, если мы все это все время мы. Не, я просто нашел эту лестницу и думаю, да ну нах. Что, нужное место? А нет. Зато я буду знать, где она находится. Где она находится? Мы должны услышать чешуйниц. Ну, хрен услышишь. Какого хрена я тебя слышу? Да не я. Привет! Пока! Ой! Больно! Я просто вижу кирку, а вы меня вижу! Вот это не там ничего нет. А я спрятался. И сегодня до портала я кричу. Ну как ты? Встань с шифта. Просто для портала мне нужно. О, железо уже нашел. Где? Восемнадцать! Я же кирка удачи у меня сильная. И понимаю, что у меня и удача. Удача. Взмай, скорее всего. Я прячусь от тебя. Ты уже никогда не найдешь. Я портал нашел! Собой! Чешуйница! Собой! Да мне тут чешуйница! Жень, меня не хватает!
Нет, я сейчас сдохну. Имбецилус, помогай. Имбецилус. Это такое их оружие. А, стоп. Так он наш ошибок. Кстати, да, я ушел, знаешь, почему? Из игры. А как ты думаешь? 40? Ой, 4 жизни оставалось. А я тебе могу новые ресурсы? А нахрена ты к порталу пришел, если я его получу? Как ты додумался не взять эндер? Пёрдлы. Никита, ты спавнер будешь ломать? Где? Я тебе сейчас хренакну нахрен. Так, а где? А мне шелковое касание нужно. О, опыт бесплатный. Тебя спасут в лаву. Круто, спаси меня в лаву. Смотри, если я сейчас сдохну, то я тебе. Юху, я живой! Ура, живой! Я живой! Фу, я испугался уже. Дай чареных яблок. Я чуть не сдох. Я думаю, все, у меня в ней порно, смотрю, у меня ее нет. Я за чаровных яблок говорю! У меня их нету. Я тебя сейчас сам откушу. Сейчас ты восстановишь свое любимое здоровье. Откуда я... Зачарованные яблоки. Пошли в адскую крепость. Так, надо заполнить координаты. Как их здесь включить? Сейчас узнаем в этом ролике. Включить координаты. Сейчас я немножечко засяду в АФК. Лава — это плохо. Мы так трудились над этим порталом. Ну все, дрожжевчики. Я где? Огненный... Реально, где его найду? Я вообще не знаю, где я. Ну, узнайте, где? В яблоке. Указать координаты. А что у меня? Так, 25. А мне не нужно координаты запоминать. Потому что я еще вернусь. Показывать координаты. Все, я здесь вообще не везет. Ой. Так как выбраться отсюда, Жень? Я выбираться хочу. А я могу пометить здесь. Просто вот отсюда. Я пошел метить. Пока, Жень. Я метить. Ты сильно испугался за ресурсы? Да. Ты чуть прошу за ресурсы не включились. Вот нам. О, ПВП. Ты что, уже на улице? Ага. А, тип... Скелеты батлятся. Попакайте быстрее. А я изумрудами жертвую. Ты ночь уже? Да! Снегопад! Мне эти корзины надоели. Я вот кое-кого слышу сейчас. Я понимаю, что сейчас мы в полный... Ты знаешь. Вот я. Режим длительность.
15 секунд еще. Будет хорошо. Все будет хорошо. Жень, смотри, на чем Эндер. Жень, как мне после такого жить? Броня сломается, фух, хоть новую взял. Жень, как мне после такого жить? Жень! Жень! Что? Как мне после такого жить? Это самая главная работница жителей. Иди над этим порталом.